Работая ежедневно во благо Родины, будущего развития страны и всего русского мира, ульяновские волонтеры и общественники формируют надежный тыл для тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Народная поддержка вносит существенный вклад в будущую победу. За весь этот период мы отправили порядка 170 тонн материала, как строительный материал, так и продукты питания, лекарственные. Отправили 23 автомобиля наши эксперты. Почетным знаком команды Путина, грамоты и мерчем наградили 8 ульяновцев. Среди них Милана Мишина, замдиректора по учебно-воспитательной работе Ульяновского профессионально-политехнического колледжа. На базе образовательной организации неравнодушные студенты изготавливают печи-буржуйки. Вручили благодарственные письма и презенты волонтерам, оказавшим существенную помощь участникам специальной военной операции в рамках реализации проекта «Народный фронт. Все для победы». Например, Максим Давыдов с позывным «Почтальон» посетил практически все горячие точки. В самое долгое мое пребывание, это за одну поездку я там прожил 2 месяца. Изъездил 13 тысяч километров, тогда отдал более 200 именных посылок, в том числе людям, которых нужно было прям буквально недели 2-3 их разыскивать, потому что они были без связи. Народным героем нашего региона уже давно стала и Юлия Куцевна. Бойцы ласково называют ее мамой Юля. Это говорит само за себя, ведь каждый защитник Родины ей как сын. Они там все наши. Как не помогать? Всю жизнь тыл и славился тем, что помогали фронту. Всю жизнь наш русский тыл был сильный. Вот я всегда говорю мальчишкам, что вы прикрываете над нами небо, а мы должны просто обязаны прикрывать вам спину. Домашнее тепло и забота – это то, что Юлия Куценко и ее команда дарят ульяновским бойцам, когда отправляют на фронт свои баночки – каши, супы, тушенку и многое другое, приготовленное своими руками для наших военнослужащих. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.